Вот такая красота у нас у подъезда. Не пройти, не проехать. И так далее. Вы то есть поднимали здесь, получается, поэтому? Здесь, да. Инвалид, да, инвалид второй группы. И вот, а у нас на каждом этаже по 2-3 инвалида. Сама здесь сколько раз... Обходила, нормально получается. Делала коляску, акробатику. Пустим в коляску, ребята. Вот. Насчет дороги, это мужчины уже нет конца, весь дом у нас просто в шоке. Не выйти, ни на колясках не проехать, естественно. У меня трое инвалидов. Муж, сын и мама без ноги. И мне коляски таскать, ни пандусов нормальных нет. С той стороны тоже у нас немножко есть съезд, но опять же выходим на такую же вот дорогу. Ну, когда это все вообще закончится? А сами-то ходить тоже не можем. Здоровые-то уже переломали все каблуки и ноги. А когда дожди были, тут просто река шла. Река. Мы вообще с подъезда выходим, вот я в свой подъезд, и прямо в море. Мне некуда даже обойти. Да, представляете, да, даже тропиночки нету. Или вот ну там хотя бы ручейки были там или что-то уходит, такое. А пожилому вот человеку шла река. Пройти.